Лекция «Правила ареста продавца нелегальными предметами». Наркодилер. Агент, находясь в маскировке, приезжает на центральный рынок, осматривает лавки. Как только агент обнаружил неизвестное вещество, он должен включить камеру и зафиксировать покупку неизвестного вещества, а также лицо продавца. Убрать неизвестное вещество в зип-пакет. Агент отправляется в медцентр для экспертизы вещества и заключением от доктора. После чего агент, получение положительной информации, собирает состав группы задержания, состоящей из двух или трех агентов. Также нужно иметь при себе обязательно тайзер. Выезд на место сбыта и задержание продавца. Объявить федеральный розыск, зачитать права и не привлекать внимания. Да. Приезд в полевой офис ФБР, допрос дилера, установление его личности, а также составление досье и фиксация допроса. Арест в случае, если дилер отказывается от сотрудничества. Агент составляет кейс в архив бюро. Вопросы есть? А, нет, стоп. Оружейный дилер, агент, находясь в маскировке, приезжает на ЦР, осматривает лавки. Как только агент обнаружил оружие и патроны, он обязан зафиксировать покупку оружия и патронов, фиксация лица дилера. Вызов группы задержания, состоящей из двух или трех агентов, нужно иметь при себе обязательно тайзер. Выезд на место сбыта и задержание продавца, объявить федеральный розыск, зачитать права, не привлекать внимания. Приезд в полевой офис ФБР, проведение допроса, установление его личности, а также составление досье и фиксация допроса. Арест в случае, если дилер отказывается от сотрудничества. И седьмой агент составляет кейс файл, да, в архив бюро. Вопросы есть какие-либо? Я так понимаю, что с появлением меня в полевом офисе в больнице ездить не надо. Да. Лекция на этом окончена.